На ремонт гидротехнических сооружений в регионе необходимо почти 8 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин. Он выступил на выездном совещании Совета безопасности России. Его провел секретарь Совбеза Николай Патрушев. Тема актуальная для Приволжского федерального округа, в том числе и для Самарской области. Безопасность гидросооружений и предотвращение техногенных и природных катастроф. Серьезной проблемой остается значительное количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, высокая степень их износа и недостаточное финансирование ремонтно-профилактических работ. В 63-м регионе более 1000 гидросооружений, отметил Николай Меркушкин. Для приведения их всех в нормативное состояние реализуется целевая программа. До 2020 года ее объем финансирования составит 7,5 миллиардов рублей. В ближайшие полтора года предстоит найти собственника для 500 бесхозных дамб и плотин. Как показывает практика, затраты на проведение мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений значительно меньше затрат на ликвидацию ущерба, которые возникают при авариях на гидротехнических сооружениях. Беспокойство вызывает ситуация в соседнем Саратовском регионе, отметили на встрече. Прежде всего, речь идет об аварийной дамбе на Тепловском водохранилище. Мы знаем, что там ситуация непростая, и в случае что-нибудь там пострадают прежде всего населенные пункты, которые располагаются в Самарской области. Николай Меркушкин предложил по итогам совещания правительству Саратовской области рассмотреть возможность выполнить работы по реконструкции дамбы в максимально короткие сроки.